Идея национализации интернета, она уже не нова, и на протяжении многих уже лет действительно витает в воздухе этот миф о том, что государство хочет тотально контролировать пользователей в интернете. Технически это почти невозможно. А что касается защиты персональных данных россиян, то я считаю правильным, когда сайты, которые накапливают вот эти данные персональные жителей страны, они остаются внутри страны на национальных серверах, они уходят за границу. На мой взгляд, это осуществимо и действительно правильно.